Всем привет. Мы как-то делились с вами проектом на базе Porsche 911 кабриолет. Сейчас проект подходит к завершающей стадии. Сейчас происходит сборка. Тут, в принципе, смотреть нечего. Это багажный отсек. Но те, кто знают, если это Porsche 911, то двигатель сзади. Здесь аккумулятор, тормозная, определенная часть тормозной системы, это вакуум. Фильтр, какая-то часть предохранителей, проводка. Ну и, соответственно, багажный отсек для того, чтобы загрузить сюда несколько сумок. Передняя часть практически собрана. Остается у нас установить передний бампер, установить фары, установлен новый капот, установлены новые жабры. Ну, соответственно, сам автомобиль, сам проект в своем заводском черном цвете. То есть мы не стали перекрашивать по желанию владельца и покрасили все новые детали в черный глянец. Но определенные элементы выделили серым графитом, покрыли сатиновым лаком. Это не матовый лак, это именно сатин, поэтому выглядит очень интересно. Чем-то напоминает мат, но все-таки, если сопоставить две крашеные детали, мат и сатин, разница будет прям явной. Установили новые крылья, соответственно, точно так же с такими декоративными вставками. Как раз при желании их можно сделать для циркуляции воздуха не декоративными, а с какими-то прорезями. Установили не только пороги. Вся боковая часть, соответственно, не считая двери, у нас расширена. Это абсолютно новое расширение. Это новый порог. То есть заводской порог просто ровный вниз уходит. Это заднее большое расширение. Соответственно, это дополнительные аэродинамические элементы, у которых сквозные проемы для циркуляции воздуха и стабилизации бокового потока. Это новое массивное лезвие, тоже очень жестко закрепленное. Как раз именно эта часть у нас раздута. Примерно выход в сравнении с заводской частью, с заводским крылом на 3 сантиметра. Соответственно, также установлены и проставки на задние ступицы. Здесь у нас была небольшая доработка, так как изначально мы делали проект для версии с жесткой крышей, а это у нас кабриолет. У нас здесь маскирующая накладка, которая закрывает всю эту часть и закрывает механизм крыши. И она не позволяла нам установить это крыло. Соответственно, мы переделали свое крыло, сделали фиксацию и крепление с внешней частью, так как оно выше на 3 сантиметра. И сейчас сделали небольшую накладку на всю эту маскирующую часть, врастили ее. Сейчас она на покраске. Когда установим, я покажу, опять же, как работает, как это выглядит. Частично собрали и установили задний бампер. Изначально в этой версии выхлоп был по центру, но так как наш рестайлинг Venom с классическим расположением выхлопа по краям, мы установили как и свой бампер, так и абсолютно новый диффузор, и у него будет выхлоп по краям. Соответственно, это будет небольшая доработка выхлопной системы. Здесь точно так же будут установлены заводские жабры с заводским направлением на циркуляцию воздуха, так как здесь у нас фильтры. Здесь будут заводские катафоты, парктроники уже установлены. Соответственно, здесь будут наши стоп-сигналы, то есть такие маленькие аккуратные стоп-сигналы, которые мы точно так же разрабатываем сами. Соответственно, остается ниша под номер. Она классического расположения, но переделана, то есть очень интересной, очень такой аккуратной, изящной формы. Здесь у нас место под вставку. Вставка точно так же будет покрашена в серый графит. Ну и, конечно, установлена будет заводская крышка багажника, крышка капота, потому что двигатель у нас все-таки здесь.
Здесь у нас и кулеры стоят, и фильтры, ну и, соответственно, такая для небольшой работы и обслуживания автомобиля. Выведены крышки. Двигатель на всех версиях Porsche 911 снимаются только вниз, то есть не классический съем вверх через, допустим, большой капот, так как задняя часть небольшая, всегда двигатель опускается вниз. Это, соответственно, если нужна какая-то работа по двигателю. В салоне также проделана немаленькая работа, ну, соответственно, это полноценная чистка. Привели салон в идеальное, практически новое состояние. В совокупности автомобиль после завершения всех работ будет не просто как новый, соответственно, он совсем другого агрессивного дизайна будет. Все-таки это Venom, на сегодняшний день самый элитарный рестайлинг для Porsche 911 кузова 991. Совсем скоро мы возьмемся за кузов 992. Запросов уже очень много. Всем очень понравился наш рестайлинг Porsche Venom. Очень понравилось наше смелое дизайнерское решение. Это на сегодняшний день один из самых популярных рестайлинг-комплектов, который пользуется очень большим спросом, но пока что в связи со всеми ограничениями доставок, очень-очень слабой работы транспортных компаний, ну, соответственно, исключительно за границу, так как по России проблем никаких нет, мы доставляем всегда, а вот за границу пока что небольшие сложности. Но так как основной спрос как раз-таки идет из-за границы, пока есть небольшие тормоза. Но все это решается. Как говорится, что нас не убивают, делают только сильнее. Совсем немного осталось. Мы уже завершим все работы по проекту и покажем вам финишный вариант. Будет и хорошая фотосессия с красивыми фотографиями. Постараемся снять интересный ролик. Все-таки это кабриолет, это совсем другие ощущения. Как раз человеку к новому сезону будет очень крутая игрушка, очень крутая машина. Я думаю, он просто влюбится и никому не захочет ее отдавать. В общем, всем хороших выходных, хорошего воскресенья. Не забывайте подписываться. Кому понравилось, обязательно ставьте лайк. Помогайте продвигать наш канал на YouTube. Кстати говоря, все-таки этот ролик также будет и в Instagram. Не забывайте переходить на наш YouTube канал. Смотрите в полноценном разрешении, в 4К, потому что этот ролик будет в 4К. Ну, несмотря на то, что пока нечего показывать и нет такого сильного акцента на качество, все же, наверное, приятно смотреть видео в очень хорошем разрешении.